Телекомпания РТС отмечает свое 11-летие. Все началось в ноябре 2010-го. Республиканская телевизионная сеть выходит в эфир с первым выпуском новостей. Сегодня РТС – это уже 10 информационных выпусков в сутки, плюс познавательная, политическая, развлекательная программа и документальные фильмы. Мы каждый день отправляемся снимать новости, чтобы вечером вы их увидели первыми. 11 лет. Менялась жизнь в Хакасии, менялась страна. И все эти годы сотрудники РТС были рядом со своими зрителями. Веселились, выручали, переживали. Мы стараемся помочь тем, кто в этом нуждается. Все вместе собираем деньги на лечение, оказываем поддержку тем, кто лишился имущества, или тем, кто просто не в силах за себя постоять. И все это получается благодаря вашим отзывчивым сердцам. Я думаю, что я уверена, я справлюсь. Команда РТС обеспечивает прямые трансляции знаковых событий. Эстафета Олимпийского огня, концерт на Первомайской площади в честь дня рождения республики, праздничные мероприятия в День Победы. За эти годы проекты РТС и их создатели получили десятки премий и наград – журналистских, ведомственных, правительственных. В их числе победа в самом престижном конкурсе «ТЭФИ-регион». В день рождения телекомпанию поздравила и глава республики. От себя лично, со стороны правительства, хочу пожелать коллективу здоровья, пожелать, чтобы энергия била ключом, чтобы была целеустремленность, было живое желание работать, расти профессионально. За каждой секундой эфира, каждым словом стоит напряженный труд десятков сотрудников канала. Сейчас телекомпания снова находится на подъеме. Мы перешли на вещание в HD-формате. Вот, на очереди у нас техническое перевооружение телекомпании. Я надеюсь, оно состоится. Вот, мы достаточно поступательно и целенаправленно развиваемся. У нас планируется множество новых интересных программ. За плечами уже тысячи километров дорог и тысячи интервью, гигабайты отснятого материала. А впереди еще больше. Все ради того, чтобы вечером жители Хакасии узнали о главных событиях дня.